Посмотрели ролики, и менеджер сказал, что ну давай либо возвращай станок целиком, либо если хочешь, мы тебе заменим там бабку, посмотрим на ее состояние на заднюю. Вот, ну постарайся по возможности проверить на конусность переднюю бабку, чтобы быть наверняка уверенными. Купил вот такой вот кругляк 25-й. Очень ржавый, правда, собака. Но такое. Отрежем от него там 25 сантиметров. И также купил, поехал микрометр. Ну, ставим патрон и поехали. Давайте протрем вот здесь вот всю эту историю. От всякой пыли, волосков, заусенцев там и так далее. И то же самое с патроном. Протираем. Много тут тоже на нем всего. Видите, как конус стал сильно и серьезно. Кстати, вот на нем, смотрите, с одной стороны масла нет, а с другой стороны прям он весь в этом масле. И резец, значит, резец надо подкладывать сюда пластины. Друзья, вот что имеем, пока поставил уже на цеху, на полосе. Такая аккуратная штука летит, снимает неоднозначно, по-разному, непонятно, где-то грызет, где-то, ну, на таком вылете, конечно, вот здесь сантиметров 20. Ну, 20 точно есть. Вот здесь вот все равно бьет вот для этого края, как бы без вариантов. Все равно бьет, все равно удары. И вот если смотреться, как-то так. Чем дальше, смотрим, что из этого получится. Делаем предварительные замеры. Значит, здесь 24 миллиметра и 35 соток. Так, смотрим, что здесь. 24. Так, неправильно. Друзья, 24 миллиметра и 35 соток. Мне нравится. Но идем дальше. Так, не сломать его можно. Сейчас будем делать на 1,6. Отводим немножко назад, переворачиваем.
берем 1.6, нажимаем, смотрим, что у нас здесь получилось. Такая себе ровненькая деталюшка, довольно горячая. И самое главное вот здесь. Значит, 21, дай математики сработать. 21 получается 82 сотых, вот так. И здесь. Так, а здесь у нас получается 21,5 и 34. То есть разница в 2 сотых. Разница в амплитуде измерения, ну, примерно 150 миллиметров. Значит, ну, вот давайте за основу вот этот. Значит, 21,5 и 30, ну, 6, да? И 36. Значит, 21,86. 21,81 получается. Так, замеры надо точно делать, поэтому что-то не получается. Давайте вот так вот. Правой держу, левой меряем. 21,81. Вот здесь. Ну пусть будет так, 21,34. Еще раз здесь. Значит, здесь, ну давайте вот прям вот по вот этой штуке, да? 21,87. На центре. На центре. Двадцать один, 84. И на крае. 21,82. 5 соток. Здесь цена деления 1 сотка. Вот такая стружка. Разного формата, в основном мелкая. Ну, понятно, резец выставлен абы как, не совсем точно. Вот, точил я долго, потому что она очень... Ну, вот смотрите. Вот такая деталь. Ну, обработка вообще очень-очень ужасная. Ну, причины. Я делал это первый раз. Первая причина. Вторая причина. Значит, резцы-то эти, они безумно-то тупые. Вон, смотрите. Их же надо точить. Сейчас посмотрим по... нашим, кстати, вот на кулачках везде это ржавчина. Сейчас посмотрим по нашим допускам. Ну, конусность четкая, да, то есть она как бы идет четенько. Но, возможно, она в допусках. Ну, вот где-то я мерил, где-то вот 160. 160 плюс-минус. Ну, возможно, как бы она в допусках. Мы это узнаем из литературы. Так, замеряем, значит, расстояние. Беру вот такой резец. Значит, его величину мы знаем. 126 ровно, вот. Ну, плюс 12 миллиметров. 128. 138 получается. А по паспорту у нас сколько должно быть? 126. То есть присылайте мне бабку 127.
высота. И я буду доволен. Ну, в смысле, не 127, а 127 плюс 12. То есть, если бабка будет, получается, выше на 1 мм, нормально. Но когда она выше на 3 мм, это хреновасто. Все, всем спасибо, всем пока.